В эти выходные на льду залива традиционные соревнования «Волжский трек». Организаторы планируют провести заезды в двух дисциплинах – дрифт и ралли-спринт. Участвовать можно на обычных автомобилях. Будут как одиночные, так и парные заезды. Зрителям будет предоставлена возможность прокатиться пассажиром внутри автомобиля. Судьи будут оценивать траекторию заноса, смену его направления. Пока на гонку заявилось около 30 экипажей. Традиционно принять участие может и прекрасная половина. Для них есть специальная группа «Автоледи».